Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Far Cry 2. Давайте смотреть. А чё смотреть, нам же нужно с вами задание взять, правильно? Да, поэтому нам нужна автобусная остановка. Подожди, откройка, я же правильно понимаю? Ну да, да, нам нужна автобусная остановка. Я эти побочки брать не буду, которые отмечены вот в этих оружейных зонах, в кафе, нафиг надо. Не стоит оно того совершенно. Что тут у нас получается? Тая Мокмайн. Ну давайте, чё, выезжаем и... Значит, что тут? Так, 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 так. Это вот эта дорога. Правильно? Да, здесь направо, я думаю. И здесь опять направо. Указателя опять никакого нету. Мы опять едем. Как есть. А мы ж вроде как прочность повысили, нет? Или не повышали? Да нет, вроде... Стоп. Вылазь. Да пошли вы нафиг, надоели уже. Да, вообще великолепно. Что там у нас по здоровью? Колимся. Выезжаем. Поехали. Теперь сюда. Здесь направо. Вот в этого мы врезались в прошлый раз и... Машина уже задымилась. А где дорога? Да быстрее. Пошел отсюда. Больше желающих тут нету? Так, ну что, сейчас машина наша взорвется, я думаю. Да, она сейчас взорвется. Ну, пойдемте дальше, пешком. А что делать? Я думаю, сейчас какую-нибудь машину найдем. Вот, еще ребята едут. Прекрасно, молодцы ребята. Хвалю. Так, дальше что тут? Да, тут прямо все, все время прямо. Сюда? Да. Давайте сохранимся. О, как долго. Очень долго, долго, долго. Где Феррар? Я слышу голоса, да. Так, давай. У нас вроде как с вами камуфляж улучшен, да? Вы заметили? Я нет. Черт.
Все. Кто-то из них живой, да. А, убежище открыли. Замечательно, я доволен, я счастлив вообще. Так, это убежище. Аптечка здесь есть? Конечно, есть. И большая, и маленькая, и какая хотите. Вот так, прекрасно. Сейчас мы сохранимся и дальше пойдем. Ури-щури-щури-щури-щури-я. Ну, я думаю, ну, разворачиваемся и едем. Да я вообще-то не сюда хотел. А где дорога? А, вот она дорога. Ну-ка, давайте посмотрим, мы вообще туда едем? Конечно, туда. Сейчас опять эти деятели вылезут. А каким образом увеличить количество вот этих арбалетных стрел, а? Вот очень мне интересно. Здесь очень много врагов. Там, я думаю, сейчас тоже опять какая-нибудь перестрелка будет. Нет, мертвые вроде. Мертвее некуда. Переедем их. Знак протеста. А там что? Что, приехали уже? Да? Я доволен. Мы почти добрались без ЧП. Почти. А так бы еще ездили, ездили, ездили. В том, на старой карте было удобно. Там до Майка едешь, и там же оружейка. Здесь ближайшая оружейка далеко. Так мне думается. Вот думается мне тогда. Сохранить и продолжить. Где Феррари? Поехали. В этих городах, друзья мои, берутся сюжетные задания. А вот эти вот побочки, ну они такие все. Не ахти какие. Так, ну что ж. Что тут есть? Давайте смотреть. Так. Ну вот тут вот есть задание. Выходим. Справа, да, по-моему, тут было. Да. Это вот здесь? Да, 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 да. Звездочки, звездочки, звездочки. А он стоит, тигр карате охраняет. Здесь действует перемирие, спрячь оружие. Встань рядом со мной. Сдавай мне оружие, брат. Ты круглые сутки в очках, да? Алкаш. У тебя вид как у алкаша, вот я тебе серьезно говорю, брат. Ты чистый алканавтер. Тут же где-то еще должна быть аптечка, да? Или мне же глюсь? Что я слышал в этом году. Уверяю вас, не. Я все хорошо обдумал. Не. Говорить легко, только предупреждаю. Не вздумайте меня отстранять. Я слишком много для вас сделал. Благодарю за совет. Угу. Здорово, лошары. Проходите, друг, у меня прекрасные новости. Какие у тебя новости? Я разговаривал с Мбантуве. Мы решили, что пора положить конец противостоянию. Люди страдают. Пусть это закончится. Вот, отнесите это Мбантуве. Он сейчас на пивоварню Секо. Скажите, что я принимаю его условия. Ну же, берите.
В ответ он даст вам дипломат с алмазами. Принесите его сюда, и мы будем знать, что пришли к соглашению. Он нам, естественно, нифига не даст, я думаю. Береги себя, все меняется. Проводите. Вы в это верите? Я нет. Вообще грамульку не верю. 3 грамульки сейчас. Хорошо, я тебя нашла. Ты дура, они что ли? Они говорят о перемирии. Очень глупая мысль. Я знаю, ты делаешь это для Тамбосы и Мбантуве. Ну и о себе не стоит забывать. И о друзьях. Ты ведь заберешь там алмазы, так? Незачем их отдавать. Лучше принеси их нам на взлетную полосу. Нас должен подобрать грузовой самолет, но только если мы заплатим пилоту. Для этого и пригодятся алмазы. А в смысл какой? Убежать? Не понял я. Да ну! Открываем. Тамбоса посылает меня с сообщением к Мбатуве. Хочет оговорить условия перемирия. Я получил инструкции принести Мбатуве алмазы в знак жеста доброй воли. Кто знает, может действительно установится мир, несмотря на то, что там думает Грифс. Но я не знаю, чего она хочет, честно говоря. Увидимся на аэродроме. Угу. На аэродроме, да-да-да, обязательно, да. Ну куда, куда? Хорош! Тужится. Так, открываем карту. Ну, нам автобусная остановка нужна, конечно. Да, нам нужна автобусная остановка. И это будет... Вот так. Там деревянный мостик должен быть. Это та дорога, которая ведет к автобусным остановкам. Вон он. Этот переезд. Вон машина. Брать будем ее? Я думаю, нет. Пешком пойдем. Мы же солдаты. Ла-ла-ла-ла-ла. Падают снявинки на мое окно. Че, пришли? Да, пришли. А вот и остановочка. Че у нас там, юго-восток был? Где наша точка? Я не понял. Вот наша точка. Погнали. Эти ж чуваки нас не кидали же, да? Они нам платили. Мы делали работу. С чего нам их кидать, я не понимаю. Вот серьезно. Только потому, что эта овца что-то там предложила. Это очень странно. О! Мне показалось, или я что-то слышал? Я тебя убил, а не зацепил. Видите, друзья, тренируйте слух в этой игре. Возможно, это спасет вам жизнь. Так, вроде ничего, пока нормально. Вроде пока ничего. Ну, у него пекаль, что ли? Да, у него пекаль. Я еще что-то слышу.
Ну-ка. Вот и все. Ну что ж, прелестно. Я доволен. Надо сохраниться. Счастье наше записать. Хрупкое. Девичье. Ой. Я правильно поехал? Мне интересно. Мне кажется, да. Обо что ты цепился? Об камень зацепился, что ли? Who is people? За нами едут, не? Вроде не едут. Выходим. Быстро, 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 быстро. Давай, давай, отдыхай. Говнюк живой. Что, сквозь дерево будешь стрелять? Все? Да, прекрасно. Это дробаш. Угу. А где этот деятель? Тоже дробаш? Да что такое? О, козлы, а. Так, там оружейка есть где-то. Давайте по карте посмотрим, далеко она. Но он показывает оружейку. Ну тут еще и тут. Боеприпасы. Должны быть. Так, запрыгиваем. Кто это стрелял? Я не понял. Я только сел в машину, начали стрелять. Вышел из этого квадрокоптера, стрелять перестали. Что за бред? Все, сложили мы его. Вообще там снайперская винтовка. Правильно? Нет, у него пулемет. Пулемет Калашникова. Ладно. Пойдемте вот с этой штукой разберемся. А, это не оружейка, мне показалось. Разве мы эти боеприпасы здесь не разобрали, не открыли? Охранный пункт. Давай. Вот так, превосходно, забирай. Отлично. Здесь ничего нету. Ну что ж, ясно. Ошибся. Это не оружейка, да, действительно, это не оружейка. И на карте ее тоже нету. Мне так понравилась наша маскировка новая, которая что есть, что нету. Толку никакого абсолютно. А чё, по нам в смысле стрелять никто не будет? Батуве. Ну тут, я думаю, ничего уже не будет, конечно. На дом напали, Бантуви убили, алмазы забрали. Кто там? СНС, Афот, я уже запутался в них.
Какое зверство. Так. К Мбантуве, да, ну на пивоварню, прекрасно. Я думаю, там трупак. Ну, конечно, тут напал кто-то совершенно однозначно. Ну, гранаты, прекрасно. Кто бы сомневался. Взять чемодан с алмазами. Ну тогда... А почему мне пихают именно вот этот Мадрин-Мадрин? Не двигайся, перережь глотку. Ты кто такой вообще? Это ты. Если ты печать поставить на мирном договоре, поздно. Соглашение о мире. Ломают комедию. Думаешь, этим людям был нужен мир? Они хотят, чтобы мир не смотрел на них так пристально, чтобы они могли продолжать грабить и насиловать под прикрытием мирного договора. Это скоро кончится. Я положу конец их играм, и они об этом знают. Пускай попробуют меня проклясть. Ты меня не остановишь. Думаешь, я про тебя не знаю? Не знаю, зачем ты здесь? Да очнись, я был таким же. Они будут думать, что это твоих рук дело. Грязный наемник, который за деньги свою мать прикончит. Значит, снова начнется война. Начнем с кровопускания. Вылечим этих засранцев, вытащим заразу из их вен. Ты и я. Что у тебя там, алмазы? Как быстро он меняет решение. Очень быстрое решение. Итак, мы в плену. Не, главное, сперва отдал мне, потом в пятак дал. Так. А ты знаешь, что они будут тут со мной делать? Я пыталась тебя предупредить. Что с тобой случилось? Алмазов у тебя нет. Пилот не стал ждать. Он сказал, нет алмазов, нет и мест. Улетел и всех оставил. А потом пришли солдаты. А-а-а. В убийстве винят иностранцев. Таких, как мы. И теперь хотят от всех нас избавиться. И чё? Нет, пожалуйста, не надо. Нет. Выноси. Поломай стенку. Что они там все делают? Насилуют? Так. Ну, мы должны сбежать. Сейчас я встану под нужным углом. Медали. Ну все. Все тут же, все при нас. Стелс у нас сейчас будет. Тут ничего. Ну, пойдемте. Неожиданно. Ну, что дальше? Что ж там? Выбраться из тюрьмы. У нас есть карта? Какая прелесть. Ну-ка. Быстро. Все, мы выбрались из тюрьмы. Ну пусть эту Клаву убьют, нам проще будет, что. Да, я так рассуждаю. Это отвратительно, но что поделать. Каждый за себя. Сложные времена. Угу. Мы все правильно делаем, друзья мои, да. Сейчас какие-то братаны подъедут. Да давай, беги, дебил. Хорошо. Теперь.
Усмаки дай. Давай быстрее, хилься. Да ёлки-палки, пулемет выдерживаешь. Ну это ужас, конечно. Все, сдох. Пулемет и патроны дай ко мне. Замечательно. Фух. Вот еще один. Готов? Готов вроде. Теперь. Хорошо. Давайте сохранимся. Мы с вами две машины успешно выстояли. Идемте. Ну все, сейчас должен побег засчитаться нам. Еще нет. Ну все, да. Все, завершена миссия. И телефон у нас. Это Вурхиш. Ситуация изменилась, да? Думаю, самое время нам немного поговорить. Встречаемся в Сифопане. Репутация улучшена. Достигну третий уровень репутации. Ё-моё. Но нам по большому счету нужна автобусная остановка. И машина. Пойдемте. Интересно, девки пляшут. Интересно, а наша напарница с Эфрем Эфре все? Йохтпихт? Как вы думаете? Очень мне интересно. Не, главное все сразу. И оружие, и таблетки. Так. Ну-ка. Ну да, прямо идем. Че, все правильно мы делаем. Нам бы транспорт, было бы вообще прекрасно. Я слышу звуки машины. Так, миномет. Какая прелесть. Какая прелесть. Смотрим, мы пытаемся засечь. Как козлина. Нашу надежду похоронил. Так. Сохраняемся вот здесь. Потому что все это переигрывать вообще никакого желания. Твою мать! Убил меня, козел! Перезаряжайся. Прекрасно. Машина там должна быть. Ты сдохнешь, нет? Он там сопротивляется еще? Наконец-таки все.
Наконец. Ну, это оружейный склад, да? Да, мы здесь были уже. 400 патронов. Вот это прекрасно. Давайте сохранимся. Где звуки, 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 звуки? Козлина. Молчат. Открываем. А дальше куда? А, направо получается. Ну да, это... Вот сюда. Да. До остановки. Хотя, может быть, было бы быстрее так на машине доехать. Не знаю, я, короче, фиг знает. Едем. Это самое главное. С какой скоростью он здесь только что пронесся, друзья? Он за нами увязался? Да вроде нет никого. Вроде никого нет. Почему автобусные остановки никак не помечены? Мне вот это непонятно. О, сейчас стрельба будет. Ла-ла-ла-ла-ла. Да, пленение было несколько неожиданным. Я думал, у нас быстрее все будет. Несколько проще все будет развиваться. Но нет. Сзади, сзади, конечно, конечно. Мне вообще это очень нравится. Он меня с легковушки в джип просто легко так шарашит и все. А я так почему-то не могу. На легковушке. О боже, ну давай. Едем дальше. Стоп, надо сохраниться. Такой прогресс. А мы не сохранились. Прекрасно. Что есть 100 патронов? Замечательно, у нас боезапас вообще. Огонь. А что ж я тогда прокачал? Коса прочности машины. Непонятно, непонятно. Ну-ка. Подождите, стоп. Астон. Я уже ее проехал, что ли? Вот это да. Вот это у меня слов нету, да. Это каким таким чудесным образом я ее проехал? А я что смотрю, думаю, не то, явно не то. Каким образом я автобусную остановку-то проехал? Оно что там, никак не обозначалось, что ли? Животное, свали в туман. Ну-ка. Ага. То есть она слева была, получается. Вот это да.
Вот здесь. Прекрасно. Чудесно, я бы сказал. Ага, и тут еще где-то есть сейф-хаус, да? Который где-то вот здесь в горах находится, и мы его так и не нашли. Да? Ну да. Где-то там, наверное. Нафиг такое вообще? Так, автовокзал. Прекрасно. Так, где у нас встреча? Да не это, открываем. Ага, вверх у нас. О, мы как нельзя кстати подошли. Прям вовремя. А мы когда в автобус садимся и едем? По нам никто не стреляет? Нашу рожу не узнают в автобусе? Интересно мне знать. Сохраняемся. Прекрасно. Сколько нам ехать? Ну, вдоль железки, в принципе, что, нормально. Погнали. По нам сейчас будут душевненько палить. Вообще. Бумана сексис, алаба-лаба. Вот этот пункт сейчас пока проедем. Кто-то уже увязался за нами? Не хотел бы я, не хотел. О, завел уже, вылазь. Быстрее это делай, быстрее, быстрее. Все. Блин, каких пулеметы. Сохранимся, конечно. У нас в этой серии много перемещений, да. Едем. Здесь налево. И вдоль по железке, да? Да. Вон он, указатель. А вот дорога. Все, накрошили. Оружейка, это очень мило. Оружейка, это очень мило. Прям очень. Заходим. Ну, калаш я брать не буду, мне пулемет нравится. Хорошо. Для этого взяли, да? Для арбалета. Так, подождите, я что-то не понял. У меня... у меня вместо арбалета пулемет. Ну хорошо, пусть будет пулемет. Да, пусть будет пулемет. Согласен. А пистолет где? Давайте посмотрим на улицу. У нас нет с вами пистолета. Нету пистолета. А где он? Ну, здесь этого нету. Что, купить надо? Да ладно, чего, фиг с ним, этим пистолетом мы не пользуемся особо. Но надо купить, пусть будет. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, ну сколько всего открыто. МГЛ, гранатомет. Это какое оружие? Снайперское, снайперское, ПМ, пистолет.
Пистолет, пистолет. Игл 50. Вот это возьмем. Открыты новые улучшения для пистолета. Ну-ка, садись. Ага. Оружие, пособие. Ну-ка. Улучшение точности. Где он? Вот. Надежность. Вот. Болотная лодка, рыбацкая лодка. Все. Теперь пойдемте сейчас. Здесь надо что-то брать? Да. Пойдемте заберем наш пекаль. Он должен быть вот здесь. Его нету? Нету. Интересно, а где он? Где наш пистолет? А, вот он. Прекрасно. И вот сейчас мы сохраняемся. Ну-ка. О! Вид у него блатной. И едем со Стефаном встречаться. Отлично. Та-та-та-та-та. Чё там? Сдохнуть хотят, да? Конечно. О, не дают нам с Стефаном повстречаться. Вот так. А куда делся пулемет? А куда пулемет делся? Мне кто-нибудь объяснит? Пулемет таинственным образом исчез. Интересно. А куда он делся? И почему он пропал? Его купить, что ли, надо? Я не понимаю. Можно определенное количество минут с ним воевать? Если это так, то это очень странно. Очень странно. Да ё-моё! Сдох? Ну-ка. Бери. Вот он, пулемёт, и что? Ересь какая-то. Совершенно непонятная. Причем. Ло-ло-ло-ло-ло. Так, а чего здесь? Здесь город с перемирием, по-моему, да? Ну да, 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 да. Здесь перемирие. Слушай, парень, здесь не стреляют. Я в курсе. Сукин сын, что за нахрен? Это я приехал. Сюда. Привет. Здорово. Но здесь тоже не все хорошо, я хочу сказать. Открывай ворота. Встань рядом со мной. В чем дело? Таков приказ. Отдай мне оружие. Я в курсе. Слушай меня. Нам нужны солдаты. ТСНС умеет работать. И я не хочу, чтобы мою голову насадили на кол.
Кончатся патроны, скажи, чтобы брали. Здесь ничего не работает. Что ты хочешь? Что вернулся? Ты умеешь прыгать с одного небоскреба на другой? Или только пули можешь останавливать? Мбантуви мертв, думаю, ты уже знаешь. Угу. Мне не очень интересна твоя судьба, но я по уши в дерьме. Быть сраным военачальником мне нахрен не нужно. Я сыт по горло людишками с их проблемами. Нужен человек, с которым я смогу вести дело. Никакого там боссы. Нужно, чтобы ты убил его. Он сейчас в Дагон Седико. Вокруг полно охранников, придется стрелять с двух рук. Я хорошо заплачу. Здесь все подробности. Все. Так, ладно. Хилка здесь есть. Ну, дорогие друзья, как вы уже поняли, в следующей серии мы с вами будем там разбираться с этими там боссами, шмамбоссами. Что тут? Идите в Дагон Седико и убить. Идти в Дагон Седико и убить там босса. Ну-ка, Дагон Седико далеко? Ну, это ехать надо. Ехать без быстрого перемещения. Ссылка... Я вернусь в штаб в порту. Найди меня там. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.